Эх, люблю Rolling Stones, тем более песня звучит сейчас. У меня дружок был, помер, царство ему небесное, братское сердце. Это, знаете, один из тех друзей, которые вот, знаете, ну вот, ты не помнишь свою жизнь без него. Да, так давно мы знаем друг друга. А знаем мы друг друга, наверное, лет с 14. Вот, знаете, такая пацанская дружба была. Вместе учились в Днепре, потом в Москве здесь вместе. Вот, и бизнес мутили. И, короче, ну такое, знаете, вот, ну, трудно, наверное, женскому коллективу понять, что такое самый близкий друг у мужчины, как бы, да? Вот. И вот мы с ним обожали Rolling Stones. Просто обожали. И вот эту песню очень любили. Очень любили. Это вот прям тот друг, который, знаете, как говорится, и в огонь, и в воду. Да, были у нас с ним разногласия, были споры, были недопонимания, ну, как обычно. Но там больше связано, наверное, даже не сколько между нами, сколько каждому из нас приходится еще учитывать интересы семьи, интересы жен, для того, чтобы в доме был покой и порядок, да, вот, и так далее. Я когда слышу просто Rolling Stones, я вспоминаю его, вспоминаю наши вот эти закидоны. Знаете, как говорится, душой с человеком отдыхаешь. Обо всем можно было поговорить, обсудить, пожаловаться, поспорить, вот. Друг друга к херам послать и через 5 минут забыть об этом и опять, как говорится, говорить о чем-то таком очень важном. Да. Таких друзей больше не будет, к сожалению. Таких друзей не будет. Прибрал Господь, прибрал. И я понимаю, почему. Ему такие там нужны просто. Ему такие там нужны. Ведь Господь, он же как? Он же людей убирает из этой жизни, ну, потому что они ему нужны там, а есть категория людей, которых он убирает, потому что они ему не нужны здесь. Это очень важно понимать разницу между такими людьми, которых он призывает к себе на помощь, и от которых он избавляется здесь, чтобы они, как говорится, ну, не мешали. Не мешали, знаете. Вот. Поэтому, да. Да, навеяло, песенка навеяла сразу. Вот знаете, вот когда звучит, что такое музыка? Музыка — это некий такой инструмент, который вызывает у тебя ассоциативный ряд, да? Ну то есть в жизни у нас мелодии, которые связаны с какими-то событиями, с какими-то людьми, с каким-то временем, да? Я не говорю про новую мелодию, которая вот сейчас появилась, хит, и под нее все угорают. Нет, есть мелодии, которые вызывают у тебя очень сильные эмоциональные воспоминания какие-то, да? Потому что мы же храним все здесь. Это запах бывает, это вкус, например, да, там вкус детства мы говорим. Или там, говорим, там очень похож на вкус там маминых пирожков и так далее. Запах бывает, знаете, домом пахнет. Домом пахнет, знаете, когда вот бывает. Вот. Или там еще там что-то там, допустим. Или там запах, там, не знаю, любимой женщины, да, парфюм узнаваемый. Когда вот просто-напросто, знаете, вот проходит там человек мимо тебя, да, ты улавливаешь запах парфюма, а у тебя сразу ассоциация, с кем это связано. И накрывает. Вот. То же самое и с музыкой. Так что такие дела. Вот. Да, вкус, запах, слух. Зрительный, как бы, момент, только немножко все-таки более нейтральный, да. У нас бывает иногда зрительное состояние дежавю. Нам такое ощущение, что кажется, что где-то вот это мы уже все видели. Мы вроде бы как были. Хотя ты понимаешь, что ты никогда здесь не был. И так далее. Ну, это такие, знаете, я говорю, спасибо Господу за вот эти вот ощущения, которые мы имеем. Эти ощущения, которые мы имеем, они на самом деле прекрасны. Очень много, например, для меня это значит. Осязание, обоняние. Вот. Здрасте, да, всем. Слушайте, в Москве, ну, сейчас минус 6. Я вышел
было минус 9, ночью было до минус 12. Солнце, красота, снега навалило, солнышко, минус 6. Кайф просто, кайф. Доброе утро, здрасте. Ну, кого-то утро, но, в принципе, уже подбираемся уже к полудню, собственно говоря, да. Так что так вот. Ну, ну что вам, друзья мои, рассказать интересного-то, да? Давайте, может быть, от лирики, так сказать, перейдем, перейдем как бы к нашим делам скорбным, как я говорю, знаете, к... О, да, я заставочку по поводу снеговичка. Это, обратите внимание, это Санта-Клаус. Я почему как бы, да, потому что, ну, Санта-Клаус, это же не наш символ Нового года. Почему я написал, что осталось 22 дня? 22 дня осталось до Нового года, вот. И Санта-Клаус, как говорится, который там, по идее, до 25 там, декабря, ну, в смысле, до Рождества, по-католически, вот, и так далее. И Сашка правильно написала, все-таки у нее голова шарит, ассоциативный ряд у нее хорошо развит. Она говорит, наш снеговичок потащил Санта-Клауса в ад. Да, примерно так. Мне понравилось. Мне понравилось. Вот. Ну да, мы говорили о том, что не будем повторяться, вы совершенно правы о миссии человека на этой земле. Вот. Иногда вот так вот живешь и думаешь, а ты как бы, ну в смысле, такие люди вокруг тебя уходят, да? А ты как бы, что из себя представляешь в результате? Ну не знаю. Так что так вот. Хотя, может быть, я Господу Богу здесь на земле пока еще нужен. Ну нужен пока. Вот. Придет время, призовет. Посмотрим, не знаю. Вот. Да, вернемся, так скажем, это, Сыктывкар вижу, да, вернемся. Ну, слушайте, ну, прошли переговоры, я очень внимательно за этим всем следил, очень много посмотрел различных аналитических каких-то высказываний. Вы знаете, все в большинстве своем, причем, ну, как бы, разного рода эксперты и эксперты, вот. Буквально там, скажем, диаметрально противоположными какими-то взглядами на очень многие вещи, все высказались, собственно говоря, в одном, что разговор опять ни о чем, опять выразили какие-то намерения, опять сняли напряжение, вот, которое витало в мире. Причем хочу заметить, вы знаете, может быть, вы не обращаете внимания на такие вещи, но четвертый раз происходит встреча за какой-то достаточно короткий период времени между Путиным и американскими президентами. Причем в большинстве случаев, ну даже не то, что в большинстве, практически из четырех встреч последних инициаторами встречи были американцы. Причем они посылали Нуланд. Причем, как бы, причем Блинкен, госсекретарь, встречается с Лавровым тоже уже, наверное, раз шесть. Причем не просто, как бы, да, вот там, как только есть возможность где-нибудь на полях встретиться с Лавровым, Блинкен этот момент не упускает. И я понимаю, что американцам что-то очень припекает. Чего-то они очень хотят от России. Прям очень хотят. Причем это не вот этот как бы бред там по поводу там вторжения на Украину. Вот, уже, ну, как бы даже самим украинцам здравомыслящим, ну, понятно, что это бред сивой кобылы, какое вторжение, нахрен оно нужно России, тем более оккупация Украины. Да, потому что, ну, в этом случае для России это не смертельно, но очень-очень проблематично, потому что, ну, огромное количество денег придется тратить на Украину для того, чтобы ее там содержать, там, да. Ну, из гуманитарных даже целей, ну, просто кормить население, которое там, скажем, с удовольствием сдастся в плен. Вот. У них идея куда-нибудь уже так притулиться, чтобы, как говорится, кормили регулярно, вот. И как бы и хорош, и сойдет. Вот. Поэтому... здесь что-то другое. А другое, скорее всего, то, о чем я тоже говорил, ну, не только я, вы наверняка это тоже слышали, помимо меня, вот, что американцам очень срочно, серьезно нужно заниматься Китаем, причем заниматься прям плотно, потому что у них пригорает.
пригорает. Китай набрал как бы столько мощи. Да, они сейчас находятся в такой критической массе, вот-вот уже, да, после которой ну, американцы уже ничего не смогут сделать с Китаем. И они потеряют, ну, там, если не половину, то треть там мира, да, который там, ну, просто-напросто решать за который будет все Китай. Причем очень важную треть. Это Тихоокеанский регион, вообще Юго-Восточную Азию, которая, в принципе, по всем расчетам в этом, в 21 веке, станет просто-напросто, ну, экономическим регионом номер один, в котором как бы будет сосредоточена вся важная для мира, не то что для страны, экономика, она будет развиваться там и так далее, и так далее. И власть над этим будет иметь Китай. Американцы четко понимают, что с двумя супердержавами, которыми они, ну, называют Россию и Китай, трудно справиться одновременно, да? Поэтому, естественно, они сейчас что хотят? Они сейчас хотят с Россией или договориться, или втравить ее в конфликт с Европой, чтобы у них было время, ну, во-первых, они бы могли бы, скажем, Европу там и всех там своих там халуев, там Прибалтику, Польшу, Украину, там, да, Молдавию, там еще там кого там, Румынию, в общем, Юго-Восточную Европу, им, как говорится, по ленд-лизу впихивать как бы свое оружие там, которого у нее дохрена, и оно старое, и с ним надо что-то делать, и утилизация его — это дорогая история, а места, что называется, нету, как говорится, под новые какие-то там виды вооружений, просто тупо нету места. Вот. Поэтому им, конечно, по-хорошему надо бы втравить Россию в конфликт с Европой, вот, и разбираться с Китаем. Потому что Китай на сегодняшний день более опасный соперник для, в экономическом плане, для Америки, чем Россия. Россия в военном смысле для них очень опасна. Китаю еще достаточно далеко. Я думаю, что Китаю там еще 10-15 лет до уровня российского, как бы, да, ну, российских возможностей в плане стратегических вооружений и так далее, и так далее. Вот. Поэтому американцы, конечно, сейчас пытаются России... Они уже не знают уже, что предложить, вы понимаете? Вот. Они уже не знают предложить. Украину как бы Россия не хочет. Вот, ну как бы, а зачем? Там все и без России прекрасно идет. Как говорится, мы посидим на берегу и дождемся, когда труп Украины проплывет мимо нас. Вот. Ну, в смысле, Украина, я имею в виду руководство. Не страну, не народ, как бы. Территории-то с людьми никуда не денутся, останутся там же. Имеется в виду, что политическая элита Украины, об этом речь ведется. Вот. Так что я прошу украинцев не реагировать так болезненно. Вот. Вы сами прекрасно все понимаете, как говорится, в какой вы заднице находитесь. Вот. Потому что, ну что, как говорится, я сам хохол, я знаю, что называется, кто о чем и как думает, в том числе и на Украине, ну, в большинстве, я как бы не беру упоротых, вот, я не беру рагулей тупорылых, они никогда этого не поймут, вот, так что так вот, поэтому, да, очень интересно, и посмотрев, как бы, ну, там какие-то там нету, понятно, что нету там стенограммы разговора Байдена и так далее, но судя по тому, что как бы после этого произошло, я понимаю, что очередной раз Путин что-то пообещал, какие-то они там группы там создают, там какие-то переговорные там форматы намечают и так далее. Путин тянет время, вот, уворачивается от прямых каких-то конфронтационных вещей, вот, которые, а с другой стороны, США все равно, как говорится, кованым сапогом под обосранные шаровары толкает, как бы, украинских нациков на провокацию России, и нужно понять одну простую вещь, что США готовят Украину к войне, а не к победе, вот это большая разница. Америка Украину
готовит к войне, но не к победе. Вот. Потому что, ну, все прекрасно понимают, что у Украины победить Россию, как бы, шансов ноль. Ну, это объективно, собственно говоря. Это, в принципе, и сами украинские, как говорится, даже самые украинские горячие головы это понимают. Почему, собственно говоря, до сих пор они не начали еще никаких боевых действий на Юго-Востоке, а пусковым механизмом для этого будет исключительно, ну, Юго-Восток. Там, извините, почти уже под миллион российских граждан с паспортами. Да, то есть, ну, понятно, что если хотя бы там из них там несколько человек погибнет, ну, то понятно, что Россия как бы тут же, собственно говоря, ну, ответит. Потому что, ну, гарант Конституции обязан, что называется, защищать граждан Российской Федерации, где бы это ни было. Вот. И все это прекрасно понимают, что как бы шансов нет. Какие бы там бравурные речи ни звучали, есть как бы жестокая реальность, объективность, которая говорит, что украинская армия там может из себя что-то представлять, там, скажем, на региональном каком-то уровне, там, да, там внутри страны, там, скажем, да, понятно, что, наверное, уже котлов не будет. Не будет, как бы, да. Все-таки понятно, что украинская армия изменилась. Все-таки понятно, что какие-то выводы для себя из боевых действий там 14-го, 15-го, 16-го годов они сделали. То есть котлов, скорее всего, не будет. Но это не значит, что украинская армия способна там противостоять там России просто. Ну, просто технически даже. Вот. Технически. Понятно, что никакие там танковые армады со стороны России не пойдут в атаку там, да, и так далее. Будет примерно то же самое, что было в Сирии, да. Вот можно посмотреть операцию российских ВКС, вот, и сил специального назначения, да. Плюс, скорее всего, будут выполнять какие-то локальные, скажем так, задачи корпуса ДНР и ЛНР, которые, собственно говоря, тоже, стоит отдать должное, прошли очень серьезную модернизацию и тоже, как говорится, повысили свою боевую готовность. То есть, грубо говоря, там частично из каких-то там банд с полевыми командирами это более-менее тоже стало похоже на какую-то регулярную более-менее армию, вот, которая, собственно говоря, вполне способна при поддержке там, скажем, российских ВКС, сил там специальных операций, плюс там планирование генерального штаба, там спутниковая группировка войск и так далее, и так далее, способны выполнять как бы задачи. Поэтому на Украине стоит отдать должное, там, как бы, я говорю, что там дураков там много, но не все, вот, они тоже прекрасно понимают, они очень рассчитывают на то, что им Америка, там, НАТО поможет и так далее. Американцы вчера, ну, в смысле, в лице президента Байдена, он сказал, что мы не будем воевать за Украину. То, о чем я говорил, что как бы, ну, с какого? Вот, мы не будем. Да, мы будем оказывать политическую поддержку, да, мы будем давить там санкциями на Россию и так далее. Слушайте, если вы Россию не задавили санкциями в 14-м, в 15-м, в 16-м году, да, в 17-м и 18-м, то в 21-м, в 22-м вы уже точно ее не задавите. Ну, абсолютно точно. Уже все. И американцы понимают, что и здесь поезд ушел. Все санкции, которые против России применены, в подавляющем большинстве, за исключением некоторых, пошли России на пользу, российской экономике. Хочу сказать, что в 2020 году Россия на экспорт отправила продукцию сельского хозяйства и животноводства, отправила на за год на 31 миллиард долларов. Вы только вдумайтесь, страна, которая еще 10-15, там 20 лет назад на такие деньги даже больше закупала продукты по всему миру. Сегодня, ну, посчитали просто, да, там за 21 год есть только прогнозы, и они уже говорят, что будет больше, что будет где-то 33-34 миллиарда, да, но за 20 год 31 миллиард. Слушайте, больше, чем на оружие. Мы примерно, грубо говоря, там 120-150 миллиардов заработали на газе и нефти, да, а тут на продуктах питания мы заработали, ну, там, в 5 раз меньше. Но до 30-го года перспектива, что и будет и 50 миллиардов на продукты. Вот. Ну, то есть,
Вы понимаете, да, как бы? Это санкции. Какое количество производств пооткрывалось? Сегодня я слушал достаточно уважаемого мною там эксперта, вот, украинского, который сказал, говорит, вы понимаете, что мы потеряли окончательно технологический рынок. Ну, то есть, если раньше, допустим, там 30% всех двигателей, которые там необходимы были для российской экономики, Украина поставляла в Россию, 30%, вдумайтесь, там вертолетные, для кораблей, там газотурбинные и так далее, то на сегодняшний день, ноль, зеро, дырка от бублика, ни одного двигателя, как бы Россия не нуждается, все свое, он говорит. И говорит, и более, говорит, там 3.5 миллионов человек с Украины работает в России, ну, на заработки уезжает. Причем, он говорит, по сравнению, говорит, с гастарбайтерами, которые едут в Европу, в Россию едут специалисты, которые здесь работали, ну, в смысле, на Украине, на предприятиях, которые теперь работают, эти предприятия, в России. То есть, грубо говоря, ну, селюки и низкопрофильная, как бы, категория гастарбайтеров уезжает в Европу работать, а высокопрофильные, образованные специалисты едут в Россию, потому что, ну, как бы, им дают зарплаты и так далее. Почему овощи дорогие? Ну, я вам расскажу, почему. Во-первых, вообще мировая инфляция, чтобы вы понимали, да? Америка напечатала огромное количество. Америка напечатала более 24 триллионов долларов, да? От этого, как бы, а мы привязаны это тоже к доллару, нас как бы мало волнует с одной стороны. Я вообще за курсом доллара не слежу, я за рубли все покупаю, мне вообще похер на этот доллар, да? Но тем не менее, так как есть составляющая, экономика глобальна, да, есть составляющая в продукции иностранных каких-то технологий, да, их там стараются как можно, ну, там, скажем, делать меньше, ну, в смысле, оставлять, заходить, как бы, ну, на конверсию, грубо говоря, начинать производить что-то у нас. К сожалению, да, еще это невозможно. Еще слишком мало времени прошло. Но из-за того, что там есть, там, скажем, там, в составе, там, скажем, техники, в составе, там, удобрений, в составе, там, еще даже семенного фонда в том числе и так далее, есть составляющая иностранных, как бы, денег, да, которая меряется в долларах. Но в связи с тем, что, как бы, долларов до хрена, да, вот, получается, что они свою, как бы, покупательскую способность, с одной стороны, теряют, да, чем больше денег, тем меньше они, собственно говоря, ну, в смысле, стоят, тем больше нужно этих денег для того, чтобы что-то купить, да, отсюда поднимаются цены, в том числе, нужно не забывать о том, что есть еще спекулятивный момент, как бы, да, торговые сети, которые, в принципе, держат, идите на рынок, на рынке овощи дешевле. Вот и все. Как бы, да, никто не отменял того, что надо, да, искать. Для того, чтобы, скажем, найти какую-то приемлемую, более-менее комфортную для себя цену. Вот. Так что так вот. Поэтому здесь стоимость морской рыбы нет, не смущает. Рыба вообще во всем мире в цене растет. А у нас, учитывая, что за 90-е годы был полностью уничтожен наш рыбный флот, который мы сейчас восстанавливаем, вот, полностью был уничтожен. Мы фрахтовали мы или плавали на судах, которые были морально устаревшие еще советских времен, или мы фрахтовали корабли иностранные, грубо говоря, для того, чтобы ловить рыбу. Вот, это раз. И во-вторых, учитывая цену на мировых рынках выше, чем наша цена, вот, многие просто-напросто сбагривали там рыбу в ту же самую, куда-нибудь там, ну, там, в Китай, в Японию, там, еще куда-то там, в Корею и так далее. Это раз. Во-вторых, у нас 1/6 часть суши, да, нас по большому счету омывает только 2 океана, Северный Ледовитый и Тихий, а весь потребитель, грубо говоря, рыбы, так как таковой, да, у нас находится в европейской части. Ну, то есть, доставка рыбы как таковой, она еще накладывает огромную сумму, как бы, до расходов, и которая, естественно, включает в стоимость. Поэтому я здесь ничего. В советское время рыба, собственно говоря, да, некоторые категории рыб стоили как мясо, а некоторые категории рыб были очень дорогие.
да, у нас была возможность выбрать, допустим, какой-нибудь недорогой сорт рыбы, там, скажем, и там купить ее, или, там, допустим, купить там какой-нибудь кусок там говядины, свинины, и периодически моя мама там покупала там то рыбу, то мясо, выбирала, да, но там дорогую рыбу моя мама там, скажем, была не в состоянии купить, хотя мы неплохо зарабатывали, отец военный, мать учительница, и так далее. Ну, то есть деньги в семье, скажем так, лишних не было, но они были. Вот. Вот и все. А что касается, как говорится, там цен, ну, это мировая сейчас вообще, мировая инфляция. Все расхлебывают, ну, потому что у нас денежная единица мировая, которая везде в расчетах принимается, это доллар, да, а учитывая, что долларов до хрена там напечатали, вот, ну, просто можете себе представить, 24 триллиона долларов напечатали американцы за вот эти там, грубо говоря, там, 3-4 года последних. Это же как бы, ну, это же должно было так или иначе как-то отразиться, да? Почему у них большие проблемы экономические? Почему у них инфляция? В Америке сейчас инфляция, извините, такая, как у нас там теоретически за год по Росстату там ожидается, да? Ну, там ожидается у нас там 4,5-5,5% годовая инфляция. В Америке такая инфляция месячная. От 3 до 5 до 6% в месяц инфляция в США. Почему? Потому что, ну, доллар больше, конечно, напечатанный бьет по их экономике. Но в целом, так как экономика глобальная и доллар денежная единица, почему Путин говорит, надо уходить от доллара как международной расчетной валюты? Он все правильно говорит. Вот мы сейчас за это и расхлебываем. Повышением цен на все. Вот. Там целая цепочка. Не хочу долго в нее ковыряться. Я, скажем так, не супер-пупер-ас. Я понимаю проблему в общем, но в деталях я, конечно, ну что там, я плаваю, безусловно. Я же не экономист. Слушайте, я актер. Что вы от меня хотите? Вот. Так от фондовых рынков-то, собственно говоря, и зависит огромное количество как бы вещей в мировой экономике. В том числе и цены, собственно говоря, на картошку, извините. Вы что думаете, нет, что ли? Так что вот такие дела. Поэтому вернемся к разговору про переговоры Байдена. Вот. Многие как бы все прекрасно поняли. Я еще раз говорю, Путин тянет время. И я примерно понимаю, зачем он тянет. Те процессы, которые происходят сейчас в США, они выгодны очень России. Очень выгодны. Все, что сейчас происходит в США, это прямо вот нам на руку. И американцы, они мечутся, они не знают, что делать. Им срочно нужна какая-то большая война. Но учитывая, что Россия и Китай два противника, которые, ну, не по зубам. Потому что если Америка ввяжется в войну с Россией, для нее это чревато. Это чревато для всей Европы, для всего НАТО. Чтобы вы понимали, в случае войны с... Как сказал кто-то из американских генералов, в случае войны Америки с Россией, вся Европа – это один большой лагерь военнопленных, как бы, да, в смысле войск НАТО. Потому что, ну... Вы же понимаете. Вот. Если Америка сейчас ввяжется в войну с Китаем, то Россия мало того, что поможет Китаю, так она еще, как говорится, расставит все свои фишки на европейском континенте и так далее. То есть у американцев сейчас вилка, они не знают, куда им сейчас кинуться. Поэтому и торгуются с Путиным, потому что, ну, надо отдавать отчет, что проевропейской, прозападной какой-то там, скажем, элиты в руководстве нашей страны, ее достаточно. Достаточно. За там 90-е, нулевые годы количество людей, которые, собственно говоря, готовы продать родину и переметнуться на Запад, достаточно большое количество. И эти люди занимают достаточно важные посты до сих пор в нашей, или их ставленники в нашей политике, в нашей экономике и так далее. Поэтому они и как бы идут на переговоры с Путиным, потому что надеются, что проевропейская элита в окружении Путина, вот, это не отнимает то, что они как бы хорошие специалисты, находятся на своем месте, но они не державники, вот в чем дело. Они такие европейско-либеральные такие, как бы, товарищи. И они очень рассчитывают на то, что эта элита уговорит как бы Путина на то, чтобы он пошел навстречу Америке и не вмешивался в ее разборки с Китаем. Но
Путин как бы прекрасно понимает, что как только Америка разберется с Китаем, а в ближайшие 3-4-5 лет у Америки есть такая возможность, Америка тут же вернется к России, забудет, как обычно, все свои договора, все свои обещания и так далее, и так далее. И тогда будет разбираться с нами. Вот. И возможно, что у нее даже это получится. Вот. Так что такие вот делишки. Очень интересно. Есть, так сказать, тревожность некоторая. Но пока Байден у власти, Америка точно не решится на какую-то очень серьезную конфронтацию ни с Китаем, ни с Россией. Вот как только в Америке будет объявлен импичмент Байдену, и на его место будет избран кто-то другой, вот это, как говорится, будет низкий старт для того, чтобы нам расчехлять свои пушки и доставать, что называется, порох из пороховниц. Потому что вот это уже будет говорить о том, что да, сейчас может начаться очень серьезная конфронтация. Или с Китаем, или с... То есть политически им надо сейчас завалить Россию. Экономически им надо завалить Китай. Как ни странно, казалось бы, да? Причем Китай как бы, ну, коммунистическая система, идеология и так далее. Так что вот такие дела. Очень интересно, прям забавно наблюдать. Вот. Причем самое интересное, что как бы, ну, как резко всем стало сразу похер на Украину. Вот. Как просто резко всем вот после этого разговора стало на Украину. Ну, то есть, как бы все поняли. И Украина в том числе поняла, и у них уже тоже такие разговоры начались, что мы должны сами думать о своей безопасности, ни от кого не ждать, собственно говоря, поблажек. Но тут же начали переобуваться на лету. На лету, как обычно. Как обычно. Ну, это что-то у вас с интернетом, что он зависает. Я не знаю. Вот. Нет, вы ошибаетесь. Ну какой же он хороший для Конгресса? Ну, у него низкий рейтинг очень. У него рейтинг такой же примерно сейчас, как у Зеленского, понимаете? Два сапога пара. Вот. Только один холоп, второй барин. Вот. Он не выгоден. Послушайте, любой стране нужен сильный, авторитетный лидер, которого уважают как внутри страны, так и за ее пределами. Вот. Так что так вот. Что такое украинцы повъезжали в Америку? Да это, слушайте, это для них, понимаете, для украинца попасть в Америку, это примерно то же самое, что для православного человека умереть и попасть в рай. Это вот одно и то же. Одно и то же. Это вот, знаете, как говорится, или при жизни в Америку попасть, или после смерти в ад. Они выберут, что хрен с ним, с адом, но при жизни в Америку попасть. Это точно. Это вот прямо идея фикс. Это прямо, я не знаю, это вот, ну, с этим уже, я так понимаю, младенцы рождаются, понимаете, на Украине. Так что так. Украинцев, да, много. Я вот украинец. Нас в России очень много. Нас в России почти 6 миллионов. Из этих 6 миллионов, я думаю, все 6, наверное, не въездные на Украину. Вот. Так что так вот. Всем не болеть. Да, да, всем не болеть. Вот. Добрый день. Куда путь держите? Да, ну вам надо. Еду себе и еду. Вот. Америка, для украинца Америка это рай. Вот любого украинца остановите, для украинца любого Америка это рай. Я вам серьезно говорю. Советники к Путину? Нет, зачем? У него прекрасные советники, слушайте. Такие советники, как у Путина, такие источники информации, как у Путина. О-о-о. Я вас умоляю. Вот. Вы не въездной? А я не знаю. Я не знаю, я туда не езжу с 18 года, мне не интересно. Чего мне туда ехать? Только расстраиваться. Нет, я не езжу, я не испытываю судьбу, мне все равно, я не хочу туда ехать, просто. Ни работать, ни родители, к сожалению, тоже. Вот. Ну, единственное, наверное, бы, единственная вот как бы радость, что пока родители в состоянии сами еще приехать, я максимально стараюсь комфортно, как говорится, ну, все организовать, чтобы они приезжали, вот. Ну, понятно, что возраст, уже понятно, что сложно, но тем не менее, пока родители, слава богу, приезжают. Рай – это Краснодарский край. Да, особенно его курорты. Да. Так что так вот. Я в Америке не был.
не был. Не буду врать, не был в Америке. Родители? Нет, не хотят. Ну, слушай, мы же говорили на эту тему 100 раз. Слушайте, это люди пожилые. Ну, послушайте, старые деревья не пересаживают. Есть, конечно, какие-то исключения, но они точно не поедут. Вот, если они за эти там 25 лет, что я их зову, не приехали, то они точно не приедут. Зачем им? Ну, вот как бы им зачем? Это мне, конечно, хотелось бы там, чтобы папа, мама были рядом, да? При том, что я себе отдаю отчет, что в любой момент они могут умереть. Потому что, ну, уже возраст там какой-то и так далее. Тем более с этим ковидом. Вот. Это я хочу, а им зачем? У них как бы, ну, свои какие-то там эти дела. Да? Я из Краснодарского края, сейчас в Крыму, везде хорошо, где я живу. Ну, видите, как говорится, вам повезло. Вам хорошо. Вот. Так что вот такие дела. Очень, короче, интересные вещи. В любом случае расслабляться не приходится. Надо давить дальше эту ситуацию. Надо давить дальше. Заметьте, что как бы, ну да, что Европу вообще никто вообще в расчет не берет. Ну, то есть Европа всем интересна постольку, поскольку там ждут запуска Северного потока 2. А так, в принципе, Европа вообще нахер никому не уперлась. Вы обратили внимание, что по большому счету, Европа вообще никому не нужна. Ну, Европа нужна, может быть, там России как торговый партнер в каком-то смысле, да? Чего уж там говорить? Зарабатываем мы прилично на Европе, да, там, благодаря там своим ресурсам и так далее. В том числе, кстати, и сельскохозяйственная продукция тоже уходит в Европу. Покупать стали. Голландцы покупают наши огурцы. Вы могли бы себе когда-нибудь представить, что Голландия, которая является мировым лидером по производству огурцов, будет покупать наши огурцы? Более того, они заключают сейчас договора. Голландцы-то продуманные ребята. Они заключают сейчас договора, создают совместное предприятие и готовы строить на территории России строить огромные тепличные агрохолдинги. По своим технологиям все свое завозить и так далее. Вот. Я объясню почему. Энергия. Как говорится, калории экономики – это энергия, энергетика. В России очень дешевая энергетика на фоне мировых как бы вообще цен. Да? Электричество, там, газ там, и так далее. Это все есть. И голландцы одни из первых сейчас готовы построить, если я не ошибаюсь, более 1000 гектаров теплиц последнего поколения. А теплицы последнего поколения, если я не ошибаюсь, это 5-го поколения. Это значит теплицы, где можно будет выращивать продукцию в круглый год. Даже за там полярным кругом, грубо говоря. Вот. Так что вот так вот. И сейчас крупнейшие голландские агрокомпании готовы заключить договора там, значит, на постройку, я говорил, более 1000 гектар, можете себе представить, современнейших теплиц. У нас и так, кстати, очень интересно читал исследование по поводу, значит, тепличного хозяйства. Если брать самые современные теплицы, ну, то есть, не просто там какие-то тенты, затянутые целлофаном, грубо говоря, полиэтиленом, да, не просто там какие-то там первого, второго, третьего поколения теплицы, да, а именно самые современные, четвертое, пятое поколение, то несмотря на то, что у России площадя, занятые под эти теплицы, одни из самых маленьких в мире, ну там что-то, по-моему, 4-5 тысяч гектаров всего у нас теплиц в стране. Да, это одна из самых развивающихся отраслей в мире. Вот. Ну, в смысле, в стране у нашей. Есть большая необходимость в постройке теплиц, да? Ну, там, мы там не будем сравнивать с Испанией, там, с той же Голландией, там, или там еще, и так далее. Вот. Но, если взять наличие самых современных теплиц, то Россия имеет 20% мировых как бы тепличных комплексов современных. 20%, представляете?
То есть мы не берем Китай, где практически там юг Китая, там весь в целлофане, выращиваются круглый год там, да, что-то там выращивают. И им не хватает земель, они арендуют еще в России, вот, в Сибири в той же там, допустим, да, или там в средней полосе и так далее. Испания это вообще практически там мировой лидер, один из мировых лидеров. Там в Америке там много и так далее. Но современных теплиц в России из вот всего общего количества 20%, можете себе представить. То есть подавляющее большинство теплиц в мире это теплицы второго-третьего поколения. Есть четвертого, немного. А у нас в основном четвертое-пятое поколение. Так что так вот. Вот. Погода у нас минус 7 в данный момент. Выздоравливать это вы кому? Мне? Я пока не болею. Ну, в смысле, нормально себя чувствую. Да мне все равно, что там голландцы творят. Мне похеру на них вообще. Как говорится, болт от трактора белорус на них. Вот. Так овощи невкусные из теплиц. Ну, скажем так, конечно, если сравнивать там с грунтовыми какими-то там, это, конечно, тут что, капитан очевидность просто. Но тем не менее. Привет. Здрасте. Много там народу помыться? Да нет, сейчас эту дверь откроем. Угу, хорошо, я тогда зайду. Минутки три. Хорошо, договорились, да. Да. Просто, ну, машина грязная, было сыро очень. Вот, машина грязная, сейчас морозец ударил, ударил как бы и это, и машина, нужно помыть ее просто-напросто. Я машинку свою люблю, вот. В Смоленской области очень много скупленных земель Мираторгом. Мираторг не покупает земли, он арендует, размещает там производство, но он не покупает землю. У нас нету, в смысле, у нас можно взять землю только в длительную аренду таким компаниям. Он не скупает. Ну, в смысле, он просто-напросто там каким-то образом ее получает, размещает там на ней свои там это. Закон о полиции, что думаете? Слушай, я не вникал в закон о полиции. То, что я краем уха слышал, я считаю, что это своевременная какая-то история. Можно было бы даже раньше ее сделать. Вот. Но я пока в детали не вникал, если честно. Не до этого было. Не до этого было. Так что так вот. Раньше овощи ели по сезону, а сейчас привыкли к редискам зимой. И что в этом плохого? Почему нет? Я считаю, что это хорошо. Какие бы там ни было, но это не химические витамины для детей, для стариков и для людей вообще в целом. Оно... Да, они, может быть, не совсем вкусные, как бы там, но тем не менее, они полезные. И я считаю, что в этом ничего плохого нету. Ничего плохого нету. Вот. Так что пускай. Вот. Ладно, друзья мои, все, я вас всех обнимаю. Будьте здоровы, всего хорошего. Я приехал помыться. Вот, на связи. Все, пока-пока.